Вот это вот их любимая травка. Они таким удовольствием кушают. Вот она вот такая. Да, Машулечка? Как, вкусно, да? Ну так стой на одном месте и ешь. Ну куда несешься тогда? А там веточки вот к земле. И вот они погнали, погнали. Ну кто там потерялся-то, а? Орет. Мне там задают вопрос, когда стричь-то будем. Будем-будем в конце месяца сейчас. Муж приедет, будем стричь. Обязательно будем. Вот поэтому кроссдорпера... Господи, язык заплетается. Кроссдорпера в этом случае лучше всего. Потому что вот эти, они не линяют. А кроссдорпера либо он короткошерстый, либо он сам линяет. Вот две. Вот. Раз, два, вот они лысые. В этом и есть плюс дорпера.